Итоги за 2015 год и планы на текущий обсудили сегодня на коллегии в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний. В совещании приняли участие уполномоченный по правам человека в республике Умпазиль Омарова, заместитель министра внутренних дел Василий Салютин, руководитель наркоконтроля Энрик Муслимов. Коллеги начали с поздравлений и вручения премий спортсменам службы, которые завоевали призовые места на различных турнирах республиканского и международного уровней. Затем руководитель управления подвел итоги работы. По его словам, в целом за прошлый год удалось добиться определенных позитивных сдвигов в основных направлениях оперативно-розыскной деятельности. Однако обстановка в учреждениях все еще сохраняется достаточно напряженной. В борьбе с терроризмом и от преступных посягательств в прошлом году погибло 8 сотрудников. Подчас и объясняется слабым контролем со стороны аппарата управления и отдельных руководителей. Отделы и службы управления несколько самоостранились от организации управления, ограничиваясь контрольными функциями. Имеющиеся на местах проблемы и недостатки необходимо не только выявлять, но и организовывать их оперативное устранение. Должен отметить, что не обеспечивается неукоснительное исполнение важнейших управленческих решений, в связи с чем ряд руководителей были мною привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководители подведомственных подразделений обязаны организовывать работу на местах, а главное – обеспечить результативность мероприятий.